смотрим дальше. Ага, еще есть вопрос. То есть вы спросили про грушу, и все вы ответил, да? Снегирева, уссурийскую грушу можно привезти в следующий год, если она маленькая, или лучше подождать год. Дело в том, что примерно получается 50 на 50. И еще от года зависит. Бывает вот мелкая-мелкая. Но именно груши, не вырастая в высоту, получаются вот такие вот обычно за один год. Обычно. Но было, допустим, 2 года назад, позапрошлый год, дикая засуха, даже нет, прошлый год, не вот это лето, которое прошло, а предпоследнее, дичайшая засуха, они были еще 2 раза тоньше. То есть зависит и от погоды, и от почвы, и ответ обтекаемый. 1-2 года надо растить грушу, или 1 год, или 2, как повезет, для того, чтобы потом привить. Следующий вопрос. Так, опять Александр. Уссурийка вырастает за 2 года. Только достаточно у вас или за один? Еще раз. Значит, за 2 года уже все они годятся на прививку. А если 1 год, то могут часть годиться, часть не годиться. Так, какие у Тутерова сорта груш, например, есть? Так, у него полное отсутствие памяти. Вот. Полное отсутствие памяти. Поэтому я вам ответить я сейчас не смогу. В голове вертится. Некоторые есть, которые у меня есть, есть, которые, там, допустим, у меня есть лесная красавица, у него есть лесная. У меня есть гигант Подмосковья, у него есть гигант Подмосковья. Но я, знаете, что моя хитрость? Я лучше поделюсь деньгами. Вот. И часть черенков, наверное, у него выпишу, как бы образно говоря, закажу. Даже если у меня они тоже есть. Тем более у меня еще и Сергей, которому надо питомник. Маточный сад маленький. Но вот ответить на этот вопрос, допустим, так, тут Тотарафон, я знаю, что он смотрит вебинары, наверное, смотрит запись. Здесь я его не встречаю. Наверное, по случаю я его спрошу, какие. А, вы знаете, я обещал, сейчас идет созревание, и мне сейчас как раз недешево обошелся новый фотоаппарат и новый этот самый аккумулятор. Вот. И я сейчас буду снимать, возможно, даже с большим упрямством. Я хочу съездить то второго, возможно, 2 раза. Может, 3 раза. Потому что созревание в разное время. Вот. Я еще действую не только как торгаш. А вот у него вот такой сорт, а потом он мне нарежет, я вам продам. Он заработает, это. Вот. Не только. Я изучаю. Пусть это здоровое любопытство. Поэтому со временем вы узнаете про каждый сорт, наверное, уже из фильма. Мы с ним ходили, вы помните, годом или 2 раньше, я уже не помню. Вот, подходили, он меня угощал, называл сорт. Долго ходили. Вот. А вот какие именно он нарежет, это будет отдельный разговор, доживем до ноября. Вот. Ну, будем сейчас все ответить расплывчато, потому что я не помню, какие сорта есть. Когда-нибудь узнаете. Так, друзья. А, я еще помню, он мне давал таблицы, они вот тут прям стояли возле компьютера. Потом уже куда-то подевались, я даже не выбрасывал, не найду сейчас. Там, где переселялись груши и сливы. Именно груши, именно сливы. Ну что, заканчиваем, ребята, разговор? Заканчиваем. Вот, значит. Все, что я вам предлагал, я сказал. Книги, бумажные книги, электронные, семена. Уже нет. Кто не успел, тот опоздал. Уже нет привычных лент. Уже нет книги номер 1.
важных вариантов уже нет. Да, еще многих сортов не досчитаетесь, потому что я обратил внимание, что сад мой начал стареть. Вот еще вчера 20 ведер там яблок или груш, или абрикосов. А сегодня смотрю, уже небо видно через это. Листва помельче. Сухие ветки встречаются. Приходит старость, приходит рано. На 20-30 год. Это Сибирь. Да, подрастает молодняк. Вот. Надо вовремя заменять сорта. Вот. Но что-то и теряю. Что-то я теряю. Ну что, на этом будем заканчивать разговор. Мы с вами нормально побеседовали. Больше нас не стало, меньше нас не стало. Вот, держимся на последней ниточке интереса. Вот, где-то, когда-то, я этого жду много лет, вдруг с высокой трибуны, хотя бы просто пусть скажут негатив, пусть скажут железопроходимец, как уже крупнейший этот самый ученый России с трибуны съезда Садовода России назвал железного непроходимцем, нет, шаманом. Вот. Но пусть бы это еще, пусть бы ругали, но лишь бы то, чтобы кто-то сказал, давай посмотрим, что это за человек такой, почему его ругают? Почему к нему такое отношение негативное? Может быть, что-то все-таки у него есть, а потом он зайдет сюда, вот сюда вот, господи. Но ведь здесь ни одной фотографии с интернета. Единственный на планете случай. Ни одной фотографии с интернета. Нет, они все есть в интернете. Вот. Но их воровали у меня. Я, а у меня. Невероятно. Невероятно. Вот так вот. Вот они. Это какой год? 2012 год. Вот это все и разворовано. Что хотите, найдете. Набирайте абрикос королевский, набирайте абрикос академик, набирайте абрикос Амур. Вот он Амур. Вот. И вы увидите, что повторяется 50 или 100 раз. Нет самих ничего, а саженцы торгуют миллионами. И запретить им никто не запретил. Даже те, кто попался на воровские фотографии. Никто. Вот. И вот они, непобеленные деревья. Да, изувеченные. Вот. Да, веточки, к сожалению, приходится резать, резать, резать. Вот. А вот единственный живой свидетель. Вчера утром ждал Турсуна вместе с его еще одним ученым приехал. Или он не доехал, но едет к нему из этого, из Киргизии. Он говорит, Константинович, примешь нас? Я говорю, конечно, приму. Ну, правда, что-то сорвалось, не приехали они. Вот. Ну что, заканчивать будем. Интересно, что здесь большинство вегетативных гибридов, а значит, вам это все приснилось. Приснилось. Нету в науке таких сортов. Нету. Ни одного. Нету. Таких нету. Вот. А то есть я выбираю тех, которые в интернет попали на чужих сайтах. Вот этот. Вот. Вот это вот серафим. Это дерево я спилил. Рухнула ветка. Так обидно было, страшно. Сейчас там, где он был, косточки серафима,
тысячи сейчас лежат. Вот. Это именно те, которые у меня украли. Фотографии. Вот. Это я смеялся. Вот это украли. Я говорю, ну ведь это шорты Сергея Железного. Да. Ну что, расстаемся? Мне вот эта фотография, знаете, почему нравится? Подвой прямой. Оригинально. Ну все, надо все равно расставаться рано или поздно. До свидания, друзья.